Очевидцы рассказали, что автомобиль Lexus ехал по крайней левой полосе. Гранта вместе с пассажиром передвигалась по средней. В какой-то момент водитель отечественного авто решил повернуть налево, при этом забыв включить поворотник, уверены очевидцы. Неожиданно просто Грант на разворот пошла и перевернулась от удара. По словам водителя «Лексуса», он не ожидал, что таксист впереди так резко вывернет руль влево. К тому же скорость движения «Лады» была немаленькая, уверен мужчина. Поэтому от удара с японским авто отечественная машина сделала кувырок и встала на колеса. На месте ДТП произошел разлив топлива. На улицу Ершова в срочном порядке приехали пожарные, но помощь понадобилась только медицинская. Таксист ударился головой. Медики предположили, что у него черепно-мозговая травма. Правда, несмотря на все уговоры специалистов, от госпитализации и более тщательного осмотра пострадавшего отказался. Также он не признал своей вины. Не вы? Да. Чтобы покинуть место ДТП, обоим автомобилям понадобилась помощь эвакуатора. Артем Агалаков, Лисан Латыпова, Игорь Бузов, эфир 24. Ганнибал. С понедельника по четверг в 23:30 на телеканале Эфир.